Если можно не только говорить, но и делать, то не упускайте случай и похлопочите о моем переводе в Барнаул в статскую службу. Это самый близкий и самый верный шаг для меня. Вы пишете, что хлопочете о переводе моем в барнаульский батальон ради всего, что для вас свято, не переводите меня раньше офицерства. Если действительно есть надежда произвести меня в офицеры, то нельзя ли устроить, чтобы в Барнаул? Начальник алтайских заводов, полковник Гернгросс, очень желает, чтобы я перешел служить к нему и готов дать мне место с некоторым жалованием в Барнауле. Я об этом думаю. Но опять-таки жду, не будет ли чего до весны из Петербурга. Если мне нельзя будет выехать из Сибири, я намерен поселиться в Барнауле.